Когда математику решаем, очень часто получается как? Вот, допустим, ты находишься вот здесь. Это точка старта, да? А здесь находится точка финиша, да? Финиш. Вполне нормально, что будет вот так выглядеть. Ты начал идти, идешь, идешь, и понял, что вот тут тупик. И тебе приходится возвращаться назад и искать другой путь. Ты идешь вот так, идешь, да? Понимаешь, что тут тоже тупик. И, например, только с какого-то там третьего варианта ты пришел, да, к ответу. И это нормальная ситуация, что ты не с первого раза нашел твой путь решения. То есть вот этот процесс, да, называется поиск решения. Поиск решения. И не надо думать, что я что-то неправильно делаю, да, что я там как-то ошибаюсь. Это не ошибка. Это просто поиск решения. Какие-то решения будут заводить в тупики, и это ничего такого страшного. Это нормальная вполне ситуация. Ну, рано или поздно ты найдешь, если будешь продолжать искать, да, не остановишься, даже если ты зашел в тупик.